Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, позвольте мне вас всех сердечно поприветствовать в России, на этот раз в Казани. Это один из наших исторических, замечательных городов в Поволжье. Я с теплотой вспоминаю ваш июльский визит в Москву и плодотворные переговоры с вами. Мы регулярно обмениваемся информацией по телефону. Признателен, что вы откликнулись на наше приглашение и лично приехали в Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином. И таким образом мы начнем уже нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление в Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином. И таким образом мы начнем уже нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление в Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином. И таким образом мы начнем уже нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление в Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином. एक ऐतिहासिक बहुत दिलचस्प शहर है जो वोल्ग नदी के किनारे पर स्थित है. मुझे याद है कि हमारी जुलाई की मुलाकात की याद है जब हमारी बहुत अच्छी चर्चा हुई बहुत विषयों पर. इसके बीच हम टेलीफोन पर कई बार हमने बात की. कजान आने का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ. तो आज हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सेरेमनी में भाग लेंगे. очередное заседание межправкомиссии намечено на 12 ноября в Нью-Дели. और 12 दिसंबर को नई दिल्ली में अंतर सरकारी आयोग की अगली बैठक होने वाली है. последовательно развиваются крупные проекты. हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रहे हैं. и мы приветствуем ваше решение открыть в Казани генеральное консульство Индии. जो आपने कजान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते हैं. расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений. भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा. уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады видеть вас и всю вашу представительную команду в России. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको और आपकी प्रतिनिधिमंडल रूस में देखने से हमको बड़ी खुशी है. एक्सलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ. मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है. इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं. कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे. ваше превосходительство, в первую очередь позвольте от всей души поблагодарить вас за вашу дружбу, за теплое и радушное гостеприимство. Отрадно, что мне посчастливилось, что я приехал в Казань, в такой прекрасный город, для того, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом. И после того, как откроется генконсульство Индии, в этом городе наши отношения еще крепнут. Excellency, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना
हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। Ваше превосходительство, это мой второй визит в Россию за последние 3 месяца, и это свидетельствует о тесной координации и крепкой дружбе между нашими странами. В июле в Москве, как вы правильно упомянули, мы провели двусторонний саммит, и благодаря нашим дискуссиям наше сотрудничество во всех областях укрепилось. Эксцеленси, пришли एक वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। Ваше превосходительство, вы успешно руководите объединением БРИКС с начала года. За это я хотел бы вас поздравить. За последние 15 лет своего существования наше объединение БРИКС создало для себя особую личность. И сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению. Я с нетерпением жду наших дискуссий в рамках БРИКС завтра. Экселленси, Рус и Украина ке бич чал рахе сангарс ке вишей пар. हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। Ваше превосходительство, по поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я сказал и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы даем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем. Ваше превосходительство, сегодня у нас будет возможность поговорить по всем этим вопросам. Еще раз хотел бы вас поблагодарить. Спасибо.